Я приветствую вас, друзья. Мы продолжаем Rise of the Tomb Raider про Лару Крофт. Так, мы Китиш, я так понял, исследуем. Поехали дальше. А я исчезну. Что ж. Я вот слышу, как тут лед трещит. Прислушайтесь. Столько разрушений. Бой был отчаянный. Однако большая часть города еще цела. Если прислушаться, это как... Треск льда есть. Ладно. Пойдемте дальше смотреть. Здесь что у нас? Здесь такого тут ничего такого нет. Нам куда-то туда надо будет, да? Вон еще одна проща. Значит, нам туда надо будет идти. Ну что ж, пойдемте сначала сюда. Здесь закрыто. А, видите, там канаты. С той стороны, значит, надо дергать. С этой не пробьемся. О! Изучим. Рассказывает о тех, кто пал в том сражении, и тех, кто умер впоследствии от голода и болезней. Что такое? Не, здесь ничего такого. А, подождите-ка, может здесь что-то будет? Здесь ништяков нет. Ну ладно, наверх пойдемте, посмотрим, что там найдем. А, подождите, наверх, а как наверх? А, вот. Да, вот вход. Ой. Бронебойные стрелы. И чё? Чё произошло? Спокойствие. По нам? Бронебойные стрелы при усиленном выстреле приобретают, пробивают броню автоматически улучшением бесшумных стрел. Ой! Твою налево. Да что ж он не пробивается? Наконец-то. Так, а вот это уже... Нет, с этими с дробашом только. Да сколько же вас? И где вы? Нихера. Да ладно, ничего нет у меня. Прикиньте. Берись, блин, что-нибудь. Ёлы-палы, какого хрена? Во. Офигеть. А что так жестко вообще? Почти на месте. Путь к палате душ пролегает через эти врата.
Надо только найти еще один требюшет. Вот это да, битва так как-то. Ну ладно. Это дробаш. О, патроны и просто дробовик. Отлично, еще. Хоть восстановим. Хорошо, что мы прокачали восстановление. То есть при убийстве мы можем с них крафтить. Точнее, крафтить. Лутать. По патронам. Так, кто тут еще будет? Лара, у тебя мало времени. Ты должна первой добраться до источника. Ты сделала все, что могла. Теперь прячься. Вот еще. Тебе без нас не обойтись. Поодиночке мы погибнем, но вместе победим. Иди. Иди, она так сказала. Иди. Ой. Да, все нормально. Все, плюсе. Туда мы не упали бы. А, нет, тут нормально. А, мы там были. А, да, мы с другой стороны зашли. Здесь нет ничего. О, реликвия. Давайте глянем. Женское ожерелье из балтийского янтаря. Невероятная работа. Наверное, принадлежала знатной женщине. Так интересно сделано. Ладно. Здесь больше ничего нет. А, это мы там не могли пройти, все правильно. Там огонь горел. Так, нам туда дальше. И там я видел, по-моему, прыгать. А, нет, цепляться. А здесь что? Ну давайте. Ух. А, вот она это. Ой, блин. Потерял. Потерял стрелу. Так, отлично. О, блин, чуть не прокоцался. Угу. Поджечь, что ли? А, не, это мы, по-моему, разбивали. Это кажется когда-то. Нет? Ага. Прыжок. Ну да. Ну да. Ой, блин, тут прыжки. Ладно, извиняюсь. Так, ну что ж. Раз. Как бы надо. Но... Дебас. Три. Четыре. И я думаю, хватит. Как по лестнице сейчас. Цепляйся. Так, хорошо, не упасть бы. И здесь, да. Перезарядить. Перезарядилась? Да. Кто-нибудь сверху сто пудов будет. Или нет? О, там такой же чан есть. Вот эту льдину, что ли, разбивать? Или фиг его знает. Ладно, посмотрим. Это требушет.
Требушет, да. Ага. На ворота. Стопы. Что-то мешает пройти. А зачем нам сюда? Дождите-ка. Что здесь? А, застряла. Стоять. Прыжок. Вот она. Нет. Отлично. Так, теперь назад. Если повернуть колесо, по идее, должно вырваться. Наверное, по идее. Да, замечательно. Получилось. Пора снести врата. О, поджечь может эту штуку сначала. Ну давайте. Ирак. Испытание пройдено. Жги, детка, жги. Отлично. Так, вот так вот как-то. Должно быть точно. Ой-ой-ой, недолет, недолет. Что-то показалось, что долет. Но недолет. Нет, еще. Отлично, почти. Ну как-то не почти. Сбоку где-то получилось. Ой, я не туда стрелял. Я вправо, в середину. Ну ладно. Ну понятно тогда. Попало. Нужно еще разок. Все равно не косожопы. Так, бронебойные. Нет. Он испарился? Да. Бронебойные оказались другие. Да кто там еще? Он что, автоматически что ли? Сейчас разберемся, кто там еще мешает нам. Это мы где? О, у нас полное все. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не разбились. Ой, там слева еще что-то есть, да? Я смотрю. Ну ладно. Лед разбивать, да, вот эта штука? Куда? Ага. Вот и лазить, да? Ах ты скотина! Ну иди сюда. Счастливчик ты наш. Отлично. Ой, сколько всяких ништяков мы собрали. Или мне показалось, ну, по-моему, там дофига всякого еще есть. К дробашу обязательно, правда, плюс один. Ну ладно. Это не важно.
С этим-то колесом что, будет крутиться или отбивать надо? Давайте проверим. Так, ты что, крыша ты? А, во, есть. Никак не прицелиться, механизм замерз. Ай, кто бы сомневался. Так, ладно. Я так понял, той штукой надо, да? Похоже, монгольские войска были полностью погребены подо льдом, так и не дойдя до центра города. Вон то, что такое. Тоже часть... А, центр города, это окраины города. Ничего себе, сколько здесь... Какой огромный город. Какой огромный город был, смотрите. Потрясающе. И там есть окраины, смотрите. Офигеть. А там? Как тут птицы летают, не понимаю. В смысле, живут. Лед разбивать, да. Прыжок. А что за веревка? Рафак. Что за веревка? Наверх зачем туда? Зачем туда наверх? О, кубыха. Замечательно. О! А, вон как наверх. Все, понял. Вот она, балка эта. Блин, ну они замудрили, конечно. Допрыгну отсюда? Подождите-ка, или нет? Ну, давайте попробуем. Да, о, есть, да. Есть совкос. Тихо-тихо, не падай. Да почему она так как-то странно... А, это наверх обратно. О, чемодан тут есть. Рюкзак, точнее. Ух, нифига, кого-то погребло, смотрите. А что я подобрал-то? Карта обновлена, найден секрет. А. О, сейчас может... И что это сделает? Это уравновесит стрелу. Вода. Вода. Сейчас... Подождите. А почему он дырявый, елы-палы? Какого хера? Как оно будет уравновешивать? Да, оно реально дырявое. Ну ладно. Можно отсюда, нет? А что за нафиг? Дрын какой-то. Ой, ё... Ладно. Нет слов, одни эмоции. Вот это да. Замудрили. Гамадрили. Не набирается вода, да? Да ладно, уже так быстро набралась. Так, отсюда я не допрыгну. Ну, не знаю. А чё она перевесила, скотина? Она полная. Замерзшая. Метку нажмите левой. А зачем? А, стоять, не хочу выливать. Закрывайся, скотина. Подождите. Во, отсюда. Вон оно что, Михалыч. Ладно, давайте посмотрим. Сработает, цепляю. Есть. Есть.
цепляйся. Такая довольная. Так, давайте посмотрим, что мы можем сделать. Сейчас опять будут нападать, да? Всякие гаврики. Ладно, давайте посмотрим. Да, реально огромная такая, блин, пещера. Я не понимаю, это что, трещина, что ли? В текстурах. Текстуры треснут. О, сама делает, нифига. Ну, ёлы-палы. Короче, надо зачистить. Нам и сейчас трибушет того. Прощай, это раскручивается над головой. О, бой, нифига. Они жесткие. О, сразу всех, смотрите, моргают. Давай, 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 крути, крути, крути. Где, где, где? Вон они стоят. Ну, идите сюда. Хорошие мы. А, вон еще слева. А, перебор. Ну ладно. Придется в два захода, значит. Нет, не придется. Ну и точное попадание прям будет. Отлично. А теперь сами ворота. Добьем их. Блин, как все-таки далеко стреляют эти штуки. Швыряют, правильнее сказать. Открыт. Так, как туда быстро теперь спуститься? О. Вау. Нифига, так далеко, что ли? А, да, достал. Вот сейчас там лутанем. Так, здесь как? Сюда упадем, здесь пролезем. Ну да. Так, и что ж у нас? И к воротам, да? Отлично. Ух ты, как я зацепился. Прям за краешек. В основном он цепляется там внизу. Где-то, если из таких. Хотя тут веревка близко была. Великий лут. В котором ни хрена ничего нет. А это еще что сейчас прилетело? Называется, с какого фига? И откуда? А, оно сверху. Ох, нифига жестко. То кого? Да елы-палы. Нифига. Отлично. Уйди отсюда. Ох, елы. Это из-за стен, что ли, стреляют? Да. Ладно. Да, елы-палы. Жидкий такой. А, фу, блин. Стреляю, называется. Так, здесь что? А, вот как. Отлично.
кто еще? Откуда? Ух ты, точно как, а? Давайте я вот этих, наверное, сейчас соберу здесь все. С этих хотя бы. Да, отличные шкурки какие-то. Может, здесь еще что-то интересное найдем? Давайте посмотрим. Нет, здесь ничего интересного. Там просто город. С этой стороны тоже ничего интересного. Ну ладно. Пойдемте, короче, к воротам. Да что ж такое? Кто еще тут? Ты живой? Да блин, как он упирается, да? И где он? Куда эта скотина делась, на которую потратил столько стрел? Где, где, где? А, нет. А, вот оно. Так, давайте. Цепляйся, а то туда падать что-то неохота. О, круто. Смотрите-ка. Эх, там фресок сколько. Ничего себе. О, что произошло? О, а, бежать, 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 паркурить. Да? Туда. Сюда. И туда. Да, 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 да. Тихо, тихо, тихо. Ты чё? Блин, все рушится. Быстрее залазь, быстрее. Отлично, быстрее. Да ладно, что, опять что ли? Фак. Сволочи. Куда? Куда я прыгаю, вообще не понимаю. Так, у меня ничего не осталось из оружия. Медленно целится так. Что еще? Оу. Нифига. Куда? Мне. Что не мне? Мне? Я хочу сначала здесь собрать все. О, отлично. Двадцать четыре. Ну, в принципе, неплохо. Шкурки. Куда теперь? Куда? Сюда. О, наверх. Обнаружен лагерь. Ясно. Так, 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 так. Я... Сюда. Давайте сюда. И
А, нифига. А потом, подождите. А потом куда? Наверх самый или куда? Я что-то не понимаю. Что-то здесь непонятное. Куда потом? Давайте сейчас посмотрим. Главное самому не упасть. Итак. Да ладно, давайте сначала попрыгаем, потом посмотрим, куда и что. Вниз нет. Нет. Ладно, хрен с ним, посмотрим, куда получится. И, наверное, как-то так, да? А, ну, пусть будет так. А-а-а! Да нифига себе. Конечно, кто бы знал. Тихо. Тихо, держись. Так, сюда. Блин, да, оказывается, зацепился нормально, прям грамотно. Давайте бежим отсюда. Бежим, бежим, бежим. Да ладно, еще один, да? Сюда. Сюда. И... Ой, нет, 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 нет. Сюда. Так, чтобы зацепиться туда, да? Отлично. Цепляйся, цепляйся. А, ну ты так зацепилась, да? Ну пойдет, в принципе. Хорошо. Так, дробовик, наверное, возьмем. Стоять. Стрелы. Прыжок. Нет, надо сюда. Отлично, отлично, отлично. Цепляйся. Отлично. Нам вниз или куда? Нет, вверх. Вбок нет, влево. Да, сюда. А, ок, наверх аж, ё-моё. Воу-воу-воу. Высоко, опасно было. Дробовик. Нет. В принципе, здесь с дробовиком можно. Здесь, в принципе, тоже с дробовиком. Слабый разгон. Отлично, отлично, отлично. Давай, 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 давай. Цепляемся. Ё-моё. Мягкую древесину мы знаем. Так, дробаш здесь не понадобится. Делаем стрелы, все. Стойте, подождите, кто-то стрелял сейчас на меня? Да? Нет. Так, куда нам? Куда нам? Вот сюда. Пока так. Отлично. Отлично. Так, теперь. Ой. Замечательно. Допрыгнем, допрыгнем. Допрыгнули. Так, сюда. Итак, наверное, дробовик возьмем все-таки. Воу. Что здесь?
Ой, да ладно. А, вон куда. Все понятно. О, смотрите, золотом прям, да, покрыто? Круто. Да, снова. Ой. Йо-ху. Нифига себе. И как же ты увидишь, куда прыгать? Так, дверь. Куда, куда? Снова древесина. Давай. Так, наверх надобно. Так. Как-то так. И как-то, наверное, так. Потому что по-другому я не знаю, как запрыгивать. Ну, падает у меня. Ну, да, елы-палы. О, можно. Ну, ладно. Так, отлично. Только стрелы трачу, да, получается? Все, куда теперь? Куда? Что сейчас было? Ой-ё. Давайте. Ах ты ж, ё-моё. Чуть не прокоцались, я прям мимо. Но она зацепилась крюком. На веревке вот этот крюк. О, лагерь. Итак. Дальше. Куда дальше? Я не вижу, куда дальше. Это понятно. А, на... А, все, понял. Достигните вершины башни. Давайте посмотрим. Там вообще мясо. Ух. Все падает. Ух. А, вон на целая армия там, смотрите. Иных. Да не стой ты. О. Он тоже лезет, как таракан, смотрите, блестящий. Нифига он лезет по столбу просто. Блин, а там скользко. Так, этот блок сейчас упадет, наверное, видите? А, точно. Не весь, правда, упал. Ой, здесь сейчас отколется, видите, по контуру. Держись ты. Ну и давайте лезть. Но не спалиться, да? Самое главное. Ой-ой-ой. Кусок льда падает. О, там уже эти, типа люди. Пока не иные, но они такие же станут. Ох ты, ё-моё. Куда? Нет, нам сюда. Потому что... Ждем. Так, давайте прыгаем. Давай. Фу. Блин, сейчас от башни, чем мы лезем вверх, если от башни сейчас нифига ничего не останется. Вот засада. А, сзади лезет. Ах ты, зараза, ты тяжелый же, козел.
Клара. Мы поможем тебе, чем только сможем. А, не вон где. Отлично. Сволочи, потратил на вас патроны. Так, что такое? Ну, с этим попроще, чем с иными. Так, 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 тихо, тихо. Мясо вообще. Замечательно. Так, давайте, 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 давайте. Что сейчас, где тут? Чуть сейчас не закосали. Давайте скроемся. Да что ж вы такие крепкие, а? Сейчас я вас подавлю. Ну ладно, не хотят по-хорошему. Надоели. Так, кого тут еще надо? Выгляни в окошко. Дам тебе горошка. Отлично. А, еще один. Да ж сколько вас тут нафиг? А, все нормально. О. Все, теперь собираем. Читать можно? Нет, нельзя. Собираем лут. О, перерезать можно, нет? Наверное, вряд ли. Ух ты ж, ё-моё, там все в огне. Так, ладно, давайте смотрим, что здесь можем еще получить. Можно, конечно, было горшками пользоваться, но как-то неинтересно, скучно. Нет, не грейся. Я хотел там полутать, но... Увы. И ах. Нафиг не ваш мобильник. Ух, как быстро перезарядило, да? Профи? Это что? Грибочки. Так, здесь. Собираем. Нам все надо.
Ой, сколько здесь их? Мобильник нам не нужен. Прыжок. Точка невозврата. Дальше лагерей не будет. Быстрый переход и улучшение характеристик игрока не будет доступен до завершения сюжетной линии. Что ж. Ну что, оно само на себя напрашивалось. Я думаю, мы заканчиваем историю прохождения Лары Крофт. Давайте здесь остановимся с вами и продолжим в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел. И всем счастливо. Обязательно присоединяйтесь в следующий раз. Посмотрим, чем закончится эта история, да? Покеда, подписываемся. И все такое. Все ссылочки внизу. Счастливо.